Привет! Очередная посылочка у меня для вас. Вот такая сегодня пришла. Заказывал, наверное, месяц назад. Пришла-таки. Вот. Это преобразователь напряжения. Вот. Ты с 3 вольт до 40 киловольт для осциллятора. Вот сварку взял. Видел ролик на ютубе. Вот, и, соответственно, посмотрел, нашел и вот купил. Из них еще делают такие шокеры. Так, сейчас давайте посмотрим. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот, две штучки. Стоят там какие-то копейки. Что, по доллару, что ли? Ну да, доллар для такой вещи. Самый раз. Вот сюда 3,7 вольта, вот на зеленый, на красный, плюс на красный, скорее всего, и зеленый минус. Отсюда, соответственно, рассчитываю получить искру на 400 киловольт. Вот так это выглядит. Ссылочку, где я покупал, оставлю в описании. Как всегда, в комментариях сможете задать свои вопросы, если таковые будут. Вот. И отдельное спасибо хотел передать тем, кто покупает по моим ссылкам. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На этом все, пока.